Здравствуйте, меня зовут Сергей, я охотник и стрелок. Хотел записать видеоотчет о прикладе, который сделал Якут-снайпер. Значит, меня вначале не устраивало в моем ружье старом то, что приклад был коротковат, палец разбивался, иногда даже до крови. Иногда была не очень удобная скидка, из-за того, что коротковато, приходилось подстраиваться. Шея выгиналась неправильно. И тоже это все мешало нормальной стрельбе. А так как я участвую часто в соревнованиях, то хотел поставить именно хороший приклад. Думал, что это будет сложно. Немножко переживал. В общем-то, позвонил Юлиану. Он снял с меня все мерки, рук, расстояния различные, правильно, антропометрические. После этого, заказ сказали месяц ждать, на самом деле пришло намного быстрее, я даже удивился. И после этого я сделал, немножко пришлось, конечно, привинтить, установить именно сложно немножко было. Но, тем не менее, все это справился самостоятельно и сделал вот такой получился приклад. Сейчас покажу вам. Так складываемся. То есть шея не гнется. Зайчик. Сейчас покажу на камеру. Да, еще у меня глаз был не открыт полностью, но это специалисты видят, то есть сейчас я спокойно вижу планку и мне достаточно удобно, хорошо видно мишени. С учетом того, что здесь еще пич, мне сделано часто, мне еще более открылось пространство, мишени видно хорошо. Результат был, потому что я получил в течение 2 месяцев, я результативность поднял, то есть я уже спокойно добиваю до первого разряда. Поэтому уже 2 раза набил. Надеюсь, что пойду дальше. Вот медали. Подожди. Всем рекомендую не бояться заказывать приклады у Якут-снайпера. Ребята хорошие, быстро делают, качественно. Приклад близко. До свидания.